Ребят, всем привет! Сегодня у меня будет обзор покупок из магазина Светофор. Так, что мы там купили? Купила я, в общем, такую вот сельдь. Такая вот она, сельдь специального посола. Здесь у нас 500 грамм, изготовлена 28 августа. На 102 рубля. Вот это сельдь. Там была, в общем, подешевле, но она, знаете, была со всякими приправками, с лучком. Но я взяла вот подороже маленькую такую вот, просто она в рассоле. Так, дальше взяли вот такой вот, это у нас орех мясной, вот такой вот. Берем мы уже не первый раз его. Здесь у нас килограмм 16 грамм на 276 рублей. Вкусненький на бутерброды, очень даже неплохо. Так, баночку горошка взяли, вот такой вот овощ в помощь, зеленый горошек. Он у нас по 31 рублю. Также взяли йогурт вот такой вот от Кампино, нежный, соком клубники, вот такой вот. Он по... Так, сейчас скажу. Он по 28 рублей. Такой вот йогурт. Так, взяла вот такие вот сливки, у нас появились, не было таких сливок, 10% литвиновские питьевые ультрапастеризованные, объем 1 литр. И состав у них сливки нормализованные. В общем, такие вот сливки. Потом взяли сметанку вот такую, берем в первый раз, это у нас от марки Президент, 10% здесь. 500 грамм вот в этой упаковке. Так, сырочек также взяли. Сыр у нас это голландский. Сыр у нас по 302 рубля за килограмм. Такой вот кусочек. Этот кусочек у нас на 566 грамм на 171 рубль. Вот такой вот сырочек. Так, взяла несколько баночек с сыром с добавлением масла. Вот такая вот сайра. Она по 38 рублей у нас в Светофоре. Так, также взяла сельдь атлантическая с добавлением масла. Вот такая вот. Она по 29 рублей. Такая вот баночка. Не знаю, беру селедку в первый раз. Не знаю, как она будет. Также взяли вот бумажные полотенца. Они по 44 рубля. Так, сгущенку взяли в первый раз попробовать, вот такую вот вареную. Так, она у нас по 33 рубля. Кто брал такую сгущенку вареную, напишите, как она вам, хорошая или нет. Также взяли вот такой вот йогурт. Он у нас по 40 рублей. Вот такой вот, здесь у нас 470 грамм. Такая вот бутылочка. Так, взяли халву, вот такой вот мишки на счастье, по 49 рублей, здесь 500 грамм. Хорошая халва, мягенькая такая, вкусненькая. Также в Светофоре у нас появились такие печенья. Так, вот такие вот, они называются печенин. Сейчас я открою, они, в общем, выглядят как чокопай. В общем, такие вот. Сейчас специально вам одну конфетку открою. Вот так вот она выглядит. С глазурью. Так, и внутри. Внутри выглядит вот так. Точно так же, как и чокопай. Мягенькая. В общем. Так, далее. Купили вот такие вот платочки бумажные по 33 рубля. 10 штук здесь. Сейчас пригождаются они. Так, лавровый лист взяла вот такой вот. Мастер Дак. Лавровый лист по 5 рублей. Здесь 15 грамм. Не знаю, в Светофоре именно беру в первый раз лавровый лист. Я уже снимаю вам видео. Знаете, время уже у нас 10:30. Язык у меня уже заплетается. Так,
перец черный молотый, вот такой вот тоже от Мастер Дак, 23 рубля, 100 грамм. Ну, часто я беру всякие специи, то перец, то черный горошек, перец. И красный перец тоже брала, вот перец красный, по 15 рублей. Так вот, взяла в фикс-прайсе, вот сейчас пользуюсь черным перцем из фикс-прайса. И что-то он какой-то, знаете, вот как пыль, даже никакого вкуса, ничего нету в блюдах. Такой кефир мы уже брали по 35 рублей, 2,5% жирности, хороший кефир, нам нравится. Так. Взяла вот такие вот макарошки. Они не из твердых сортов. Взяла вот такие вот по 28 рублей. Так, здесь у нас сколько? Здесь у нас 1 килограмм. Да. Вот, в общем, такие вот макарошки. Взяла их, знаете, у нас бывает, даже кот ест макароны. Ну, это, конечно, ему упаковка будет большая, ну и себе тоже будем варить. Так, у нас, в общем, появилось вот такое вот сливочное масло. Так, как оно называется? Деревня Счастливого. Здесь 72% жирности. Не знаю, беру в первый раз, тут написано 100% натуральный продукт. Такое сливочное масло и состав у нас. Состав пастеризованной сливки из коровьего молока. И все. Здесь у нас 500 грамм. Вот такое вот сливочное масло. Так. И тут осталось у нас у меня буквально две покупочки. Жидкие гвозди вот такие вот. Они по 80 рублей. Здесь 200 грамм. Такие вот они. Но они, знаете, не супер прям такие хорошие, не супер сильные гвозди. Так, до каких-то мелочей пойдет. И последняя покупка, крабовые палочки по 25 рублей. Такие вот они крабовые палочки двойные. В общем, такие вот покупки у меня были в Сытофоре. А, еще забыла. В общем, мы взяли на 1625 рублей. И там была акция. Если берешь на 1500, то дают, ну не то, что дают, а акция там за килограмм лука 5 рублей. В общем, мы взяли там две сеточки лука. Сейчас, если я вытащу лук, то вам покажу. В общем, вот такая вот сеточка. Так. Так, на одной сеточке написано 5 килограмм на 71 рубль. Ну, в принципе, и на другой сеточке должно быть где-то так. Вот такие вот покупки у меня были. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и будет больше видео. Всем пока!